Lesson 4. Now we are gonna have a look at the conversations in hotel. Let's start. Hotel. Гостиница. Отель. Reception desk. Стойка регистрации. Добрый день! Как я могу вам помочь? Добрый день! Как я могу вам помочь? Good afternoon. How can I help you? Добрый день. Я забронировал номер на имя Иванов. Добрый день. Я забронировал номер на имя Иванов. Good afternoon. I booked a room on the name Иванов. Можно ваш паспорт и кредитную карту, пожалуйста? Можно ваш паспорт и кредитную карту, пожалуйста. May I have your passport and a credit card, please? Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Here, please. Господин Иванов, заполните этот бланк, пожалуйста. Господин Иванов, заполните этот бланк, пожалуйста. Mr. Ivanov, fill in this form, please. Можно писать на английском? Можно писать на английском? Can I write in English? Да, конечно. Вот ключ от вашего номера. Завтрак включен. Да, конечно. Вот ключ от вашего номера. Завтрак включен. Yes, of course. Here's the key from your room. Breakfast is included. And now, only Russian version. Добрый день! Как я могу вам помочь? Добрый день! Я забронировал номер на имя Иванов. Можно ваш паспорт и кредитную карту, пожалуйста? Вот, пожалуйста. Господин Иванов, заполните этот бланк, пожалуйста. Можно писать на английском? Да, конечно. Вот ключ от вашего номера. Завтрак включен. Dialogue continues. Диалог продолжается. У вас есть какие-нибудь вопросы? У вас есть какие-нибудь вопросы? Do you have any questions? Да, у меня есть вопрос. У вас есть интернет? Да, у меня есть вопрос. У вас есть интернет? Yes, I have a question. Do you have internet? Да, у нас есть платный интернет. 100 рублей в час. Да. У нас есть платный интернет. 100 рублей в час. Yes, we have paid internet. 100 rubles per hour. Окей. Я хотел бы купить интернет на 2 часа. Окей. Я хотел бы купить интернет на 2 часа. Окей. I would like to buy internet for 2 hours. Хорошо. Вот ваш пароль. Хорошо. Вот ваш пароль. Good. Here's your password. А как насчет парковки? Мне надо платить дополнительно? А как насчет парковки? Мне надо платить дополнительно? What about parking? Do I need to pay extra? Наша стоянка бесплатная. Наша стоянка бесплатная. Our parking is free. Это хорошо. Кстати, у вас есть карта города? Это хорошо. Кстати, у вас есть карта города? That's good. By the way, do you have a map of the city? Возьмите, пожалуйста. Тут отмечены все достопримечательности города. Возьмите, пожалуйста.
тут отмечены все достопримечательности города. Please take. Here are noted all the sightseeing attractions. Спасибо. Последний вопрос. Оплата производится при выезде? Спасибо. Последний вопрос. Оплата производится при выезде? Thanks. Last question. Payment is done when checking out? Совершенно верно. Приятного пребывания. Совершенно верно. Приятного пребывания. Exactly. Enjoy your stay. And now only Russian version. У вас есть какие-нибудь вопросы? Да, у меня есть вопрос. У вас есть интернет? Да, у нас есть платный интернет. 100 рублей в час. Окей. Я хотел бы купить интернет на 2 часа. Хорошо. Вот ваш пароль. А как насчет парковки? Мне надо платить дополнительно? Наша стоянка бесплатная. Это хорошо. Кстати, у вас есть карта города? Возьмите, пожалуйста. Тут отмечены все достопримечательности города. Спасибо. Последний вопрос. Оплата производится при выезде? Совершенно верно. Приятного пребывания. Time for useful information. Professions. Профессии. Let's learn today some professions in Russian language. Learn and memorize. And now the examples. Врач. Доктор. Doctor. Медсестра. Nurse. Студент. Student. Учитель. Teacher. Профессор. Professor. Менеджер. Manager. Адвокат. Lawyer. Бухгалтер. Accountant, bookkeeper. Инженер. Engineer. Экономист. Economist. Архитектор. Architect. Артист. Artist. Дизайнер. Designer. Почтальон. Postman. Продавец. Seller. Кассир. Cashier. The end of lesson 4.